здравствуй, брат. Между нами ведь нет обид, Геракл. Неужели? Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову, брат. У Зевса нет любимцев. Подумай сам, брат. Пока я расчищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Тебе мало? Слушай еще. Когда тебя сделали богом войны, меня отправили искать яблоки. Назвали это подвигами. Да. Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий воин, убийца, ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз, брат, на этот раз я одержу победу. Считай это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Это мы еще посмотрим. Убейте, ублюдка!